Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! С вами Элеонора, гид в Праге. И в этом видео я хочу показать свои находки с пражского блошиного рынка. Видео о самом блошином рынке уже вышло на моем канале, и если вы его смотрели, то некоторые предметы вам будут знакомы. Ну а если не смотрели, ссылку на это видео я оставлю в описании. И первая моя находка – это была вот такая замечательная тарелка. Она из Голландии. Я боюсь неправильно прочитать название фабрики, поэтому вот вам хорошо видно и можете прочитать сами. Это город Дельфт. Написано, что это ручная работа. Сама фабрика существует с 17-го столетия. Она считается одной из старейших в Голландии. И посмотрите, какой красивый рисунок. Тарелка эта стоила 50 крон или 2 евро. Я буду называть цену вторую в евро, поскольку меня смотрят из разных стран, и я думаю, вам так будет удобнее, чтобы пересчитывать на свои национальные валюты. Ну вот такая милейшая тарелочка. И следующая находка – это керамических две чашки. Вот я сначала вам покажу первую, потому что здесь есть еще осталась наклейка, что это сделано в СССР. Что за фабрика, я не знаю, к сожалению. И пыталась найти в интернете, но не нашла. Вот здесь можно увидеть крыжовник, сливы, черную и красную смородину. И такой же рисунок на обратной стороне. Он такой увесистая, тяжеленькая чашка. А следующая, у нее уже другой рисунок. Тут апельсин, малина, виноград, по-моему, орехи и тоже черная смородина. И на обратной стороне точно такой же рисунок. Но здесь уже отлетела этикетка. Вот две таких милых чашки. Их продавали за, ух, я боюсь, по-моему, 80 крон. Но в конечном итоге договорились до 60 крон. Или чуть больше 2 евро за обе чашки. Ну, чай, конечно, я не буду из них пить. Но из них можно пить, например, компот летом. И следующая находка – это вот такая замечательная английская чашка. Вот эти все предметы, они попадали в кадры, в видео, когда я снимала на пражской барахолке. А остальное не попало, и я попозже расскажу, почему. Ну так вот эта чашка – это Англия, фарфоровый завод «Парагон». Вот такое клеймо. Она винтажная, ну не знаю какие-то года. Она такая вся прозрачная, светится на просвет. У нее внутри замечательная розочка. Чашка расписана вручную. Мне очень-очень понравился ее цвет. Она вот такая нежно-салатовая. А блюдце к этой чашке, оно немножко темнее. Вот такого оно цвета. Тоже есть клеймо. Ну, блюдечко простое, без рисунка в центре. Ну, а сама чашечка прекрасна. Нежная-нежная. Стоила эта чашка с блюдцем 150 крон или 6 евро. Но потом я попросила продавца все-таки немножко снизить цену. Он мне предлагал приобрести две чашки, которые у него были. Была вторая, по-моему, с розой, но там было написано по-английски «мама», и мне не захотелось ее покупать. И, в общем, он предлагал, если две чашки, то за эту
чашку он бы взял 130 крон. И в конечном итоге мы с ним договорились, что я покупаю одну чашку за 130 крон. Я как-то не обращала до этого внимания на английский фарфор, но эта чашка мне нравится, очень нежная. И еще я купила потом у другого продавца три предмета. Вот такая сова. Это сова-подсвечник, она керамическая. Где сделана, непонятно. Я смотрела в интернете, похожие находила, что они сделаны в Китае. Ну да ладно, потому что я купила ее именно как подсвечник. И у меня до сих пор почему-то дома не было совы. А теперь вот она будет. И там же я нашла вот такую замечательную тарелочку, которая подвешивается с таким цветочным рисунком. У нее есть клеймо. Ну, в общем, это очень такие распространенные, их часто можно встретить, коллекционные тарелки, и они оловянные. А у меня она будет как украшение на стене. Ну и вот такую удочку я нашла, по-моему, там же у этого же продавца. Она керамическая, у нее не хватает одного глазика, но это не беда, поскольку я увлекалась созданием мишек Тедди, и у меня есть, как это дело исправить, у меня есть такие искусственные глазки, и я ее отреставрирую. Я ее купила для того, чтобы она была у нас в саду. А следующие предметы, которые я покажу, я купила уже практически уходя с блошиного рынка, потому что испортилась погода, начал идти дождь, и один из продавцов кинул клич, что все продается по 10 крон, и началось что-то невероятное. Все кинулись в эти коробки, стали что-то быстро доставать, и я поняла, что я уже не успеваю, и что-то самое ценное тут же унесут, и я все пропущу. И я уже ничего не снимала, потому что были руки заняты. Что же я там нашла? Ну, во-первых, я нашла вот такие замечательные тарелки. Они без клейма, их три штуки, вот первая тарелочка с таким замечательным рисунком. Они очень похожи на баварский шуман, но клейма нет. И когда я стала уже рассматривать этот рисунок поподробнее, я подумала, когда их нашла, что это деколь, но мне все-таки кажется, что это ручная роспись. Если поближе так посмотреть, то не видно такие характерные точки для деколи. Хотя, может быть, и деколь я не очень хорошо пока в этом разбираюсь. И оформлена она по краю. Это прорезной фарфор, и оформлена она по краю золотом. Ну, где-то это уже подстерлось. Так, это первая тарелка вот с таким рисунком. Вторая тарелка тоже с похожим рисунком, хотя там немножечко отличаются те мелкие цветочки, которые идут по краю. А третья тарелочка, у нее в центре рисунок тоже отличается от предыдущих. Вот такой красивый. Вообще невероятно красивые тарелки. Такие насыщенные, яркие цвета, радостные. Но у всех трех тарелочек нет, к сожалению, клейма. Не знаю, где они были сделаны. Они мне очень понравились, но единственное, из-за чего я расстроилась, что я не смогла найти четвертую такую тарелку. Их было только три. Там же я нашла вот такую интересную, хотел сказать, дозу по-чешски, но такую интересную банку с красивым рисунком. Это абсолютно не винтаж, это современная банка, потому что если бы она была винтажная, у нее бы была бы еще какой-то был бы рисунок на пробке. Следующая находка – это молочник. Купила я его, потому что меня заинтересовало клеймо. Сейчас я вам поближе покажу. Так, надеюсь, хорошо видно. Вот такое интересное клеймо. И я успела
прочитать, что это сделано в Швейцарии. И, в общем-то, только из-за этого я этот молочник и купила, потому что до сего дня я швейцарскую посуду вообще никогда не встречала. Я даже не подозревала, что в Швейцарии делают посуду. Вот эта цифра 7756 обозначает серию. То есть вся посуда этой серии выпускалась вот с таким рисунком. Рисунок выполнен вручную. Ну, а когда это было выпущено? Ну, скорее всего, это где-то уже после Второй мировой войны. Ну и посмотрите, какой такой лаконичный, скупой, мне кажется, чисто швейцарский стиль. Вот такой швейцарский молочник. Еще мне попалась вазочка. Это Лихте. Посмотрите, какой красивый нежный рисунок. Мне очень понравилась форма вазы. Я никогда такую не встречала. Она сама является без цветов цветком. Так, как будто это тюльпан. Ну и учитывая то, что это стоило 10 крон, повторюсь, то есть это получается меньше, чем пол евро. Ну что же было ее не взять, такую прекрасную. Вот такая вазочка. И последняя чудная находка – это кофейная чашка. Вот посмотрите, если так бегло, то это прям а-ля Мейсон. И ручка похожа. И роспись похожа. И вообще-то фарфор такой достаточно тонкий. Но, увы и ах. Тут вместо знаменитых мейсонских скрещенных мечей стоит цифра 32. Я не знаю, что это за фабрика выпустила эту чашку. Является ли это подделкой? Боюсь это слово произносить. Но вообще рисунок выполнен вручную, как ни странно. Это не деколь. А это на самом деле ручная роспись. Опять же, если посмотреть, то очень высокое качество. Посмотрите, какой тонкий фарфор. Но если бы это был Мейсон, то здесь была бы другая роспись. И здесь должно было быть внизу тоже расписано золотом. Ну, в общем, такая загадочная чашка мне попалась. Она была, к сожалению, без блюдца. Я тщетно рылась в коробках. Может быть, кто-то до меня прихватил это блюдце, я не знаю, к сожалению. И тоже она стоила 10 крон. У меня уже собирается коллекция из кофейных чашек. Мне очень нравятся маленькие чашечки. Повторюсь, жаль, что не было блюдца, иначе это был бы прям полный комплект. Ну и такая интересная чашка, такой псевдо-мейсон. Вот такие у меня в этот раз находки на блошином рынке в Праге. Я ими довольна. Пишите ваши комментарии, понравились вам или нет. Какие вас предметы заинтересовали. Может быть, у вас тоже что-то подобное уже есть в коллекциях. Если видео вам было интересно, дайте знать. Спасибо большое за просмотр. И до новых встреч. Всего вам наилучшего. Всем пока.